Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Що русські хочуть-то? От що? Ти звичайно не знаєш, де Печерські пагорби в Києві? Это центр. У меня там тетка живет. Крутой район. А чего? Мечта у меня. Квартиру там хочу купить. Война закончится. Киев вернем. Семью туда перевезу. А я в Одессу рвану. Море люблю. Вы согласны с тем, что вынужденно или не вынужденно, но мы нарушаем суверенитет и права украинцев? Ну, да, в определенной мере нарушаем. И что? Я понимаю, что основные проблемы будут у вас, а не у нас. Прорив оборони росіян – це не просто сухий термін. Це знищення противника. І подекуди одразу військовими частинами. Командувач сухопутних військ повідомив, що під час контрнаступу на Бахмутському напрямку окупанти втратили боєздатність найбільш фахових бригад – 72-ї, 83-ї та 31-ї. А ще Сирський зустрівся з бійцями, які визволяли Кліщівку та Андріївку. Шановні побратими, шановні мої друзі, шановні товариші, сьогодні ми можемо відзначити черговий крок в нашій справі звільнення України, той населений пункт, тобто Кліщівка, за яким декілька місяців йшла боротьба, взяти нами під контроль, взяти завдяки в першу чергу вам, завдяки вашій мужності, стійкості, героїзму. Завдяки тому, що ви виконали свій військовий обов'язок і зробили чергове, але, на жаль, далеко не останній крок задля нашої перемоги. Яка основна мета розрізання фронту? Деморалізація ворога та постійне скавчання російських пропагандистів у соцмережах – лише приємний бонус. Але одна з головних причин – це руйнування усієї логістики окупантів. Військові експерти наводять приклад. Згідно з останніми оцінками, і росіяни, і українські оборонці впродовж доби відстрілюють близько 40 тисяч снарядів. Але так не було завжди. Буквально наприкінці липня, ну, тобто, трошечки більше півтора місяця назад, росіяни собі могли дозволити вистрілювати 70 тисяч снарядів на добу. Тобто, ну, вже якісь поступові якісь логістичні складнощі, які виникають через удари по їхнім там мостам, комунікаціям, вони вже дають росіянам те, що вони, навіть якщо мають снаряди, вони їх не можуть довести на тимчасово окуповані території. Ну, і очевидно, що якщо раптом ця залізниця буде перерізана, ну, проблеми з довозом снарядів у них почнуть ще більше. І, відповідно, на цьому тлі навіть припинить мати значення, скільки там насправді Північна Корея може дати боєприпасів. Яка різниця, якщо їх довести куди слід, стає складніше. Куди снаряди можуть завжди доставити за графіком, то це для окупантів просто у Донецьк. Але із нюансом, цією доставкою опікуватимуться виключно Збройні Сили України. Запальний день у самопроголошеній адміністрації маріонеткового голови так званої ДНР. Прикро, але сам Пушилін досі може записувати відеозвернення. Що ж Україна вміє чекати? А Донецьк обов'язково зустріне день, коли над його адміністрацією замайорить не вороже ганчір'я, а синьо-жовтий стяг. Охренеть, прильоти. Прямо зараз. А що мені робити? Жесть, что творится. Донецк, центр. Можно уже, наконец, стереть с лица земли места, откуда производятся запуски ракет? Мы отстроим заново Одессу и Николаев, Изюм и Киев. Можно их стереть с лица земли? Можно, наконец, уничтожить банковую? Да, это символически. Но тем не менее. Можно уже, наконец, воевать? Так как наша армия знает, может и умеет, используя весь арсенал. Действующий министр обороны Польши Мариуш Блащак, представляющий партию «Право и справедливость», ШПИС, показал рассекреченные документы оборонной стратегии Польши от 2011 года,
Согласно этим документам, тогдашнее правительство, представлявшее платформу Абовательскую, то есть гражданскую платформу, рассматривало сценарий якобы отступления своих войск за Вислу в случае начала военных действий со стороны России. В таком случае Польша могла лишиться порядка 40% собственных территорий. Эту информацию Блащак разместил в социальной сети X, бывший Twitter. Он утверждает о том, что планы применения вооруженных сил, которые были утверждены тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривали, что самостоятельная оборона страны продлится максимум 2 недели, а через 7 дней враг выйдет на правый берег Вислы. Документы четко показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли быть польской бучей, написал министр обороны Блащак. Он показал первую страницу этой оборонной стратегии. Там видно, что в 2013 году снят был гриф «Секретно». Это заявление было сделано накануне выборов в Сейм в Польше, где главным оппонентом «Право и справедливость» является как раз-таки оппозиционная партия «Платформа Обывательская», во времена которой эта самая оборонная стратегия была и принята. Необходимо оценивать контекст исторически, необходимо понимать ситуацию в Польше. На тот момент ее вооруженные силы совершенно не были готовы к тому, чтобы ответить на угрозы со стороны России. Тем более этот план предусматривал то, что Польша будет вести военные действия фактически в одиночку. А 2 недели необходимо было силам альянса, потребовалось бы для разворачивания собственных вооруженных формирований, собственной армии на территории Польши. Ну, понятно, что это играет важную роль в нынешней парламентской кампании. Другое дело, непонятно, зачем устраивать сейчас эти разборки на глазах всего мира, тем более в условиях, когда Россия ведет войну не только против Украины, но и всего Запада. Они говорят об этом официально, о том, что врагом России является и НАТО, и Польша в том числе. Безусловно, эта информация обнародована, сенсационная, но она нерелевантна в 2022 году. Вооруженные силы Польши находятся в принципиально новой ситуации, как, собственно говоря, необходимости вступать в войну им нет. Эту задачу полностью сейчас выполняют вооруженные силы Украины, ЗСУ полностью сейчас является щитом всей Европы и Польши в том числе. Если мы проиграем, то это будет грозить нашей стране исчезновением. Но все не так, как вот показывают сегодня в средствах массовой информации. Для того, чтобы понять, насколько самостоятельна сегодня Северная Корея, надо изучить ее взаимоотношения. Все то, что есть в Северной Корее, насколько это закрытая страна. И просто по тем данным, которые сегодня можно получать и анализировать, понятное дело, что сегодня Северная Корея полностью находится под контролем Китая. Полностью. И Россия, и все взаимоотношения с Россией, они проходят под диктовкой Китая. Китай разрешит? Будет. Будет встреча. Китай разрешит? Поедет. Китай разрешит? Продаст. Китай разрешит? Скажи, сделай то. И так далее, и тому подобное. Потому что Китай может за 5 минут поменять эту ситуацию. В той же Северной Корее. И в Северной Корее это знают. Поэтому, насколько сегодня далеко это разрешение будет получено из Пекина во взаимоотношениях с той же Россией в любых областях. В любых областях, потому что Россия прекрасно понимает, что даже если она что-то поставит тому же Северной Корее за это расплачиваться не сможет. В Северной Корее нет денег. Вот. Ну, значит, Северная Корея что-то может поставить. Ну, а что она может поставить? Ну да, то, что нужно России. Но это то, что нужно России, оно удовлетворит проблемы России на этой войне. Нет, конечно. Но это может сыграть определенную злую шутку в отношении того же Китая. И в отношении той же России. В отношении Китая что? Это ухудшит их взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. И я думаю, на эту тему идут разговоры. Ну, я так понимаю, Китай использует Северную Корею как пугало, как раздражитель. Вот. Точно так же, как тот же Иран. Да? Но Иран не так сильно находится под влиянием того же Китая. А Северная Корея полностью. Поэтому, учитывая ядерное оружие, учитывая проблемы с Южной Кореей, с Японией, а это болезненные точки для Соединенных Штатов Америки, поэтому, естественно, Китай по мере недовольства или нерешенности проблем между Китаем и США, она будет использовать это пугало. Ровно настолько, насколько это работает.
А вот насколько это работает, это уже Соединенные Штаты должны сами определить. Более того, Соединенные Штаты Америки могут пойти на конфронтацию в этой ситуации, и они могут усилить поддержку Украины в этой ситуации еще больше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.